Знакомый Ярослав, 9 лет, папа супергерой. Хотите знать, кто наш папа такой? Скажем мы правду, он супергерой. Правда, над крышами он не летает, старушек седых от беды не спасает. Наш папа работник Газпрома России. Он за газом следит, чтоб все люди жили в жару и в мороз. При опасности сразу не допустит утечки природного газа. Дефекты нашли. И трубу заменили, прошлифовали и в землю зарыли. С коллегами папа отлично сработал. Трудна и опасна у папы работа. Наш папа когда-то поваром был, работников Газпрома обедом кормил. Хоть к белому фартуку папа привык, но работу сменил, и он сам газовик. У папы команда супергероев, их хвалят в Газпроме и любят в районе. Будет всегда в порядке газопровод. Гордиться папулей есть у нас повод.